Фильм «Мадахари», я играю журналиста, который ее фотографирует на камеру. Я где-нибудь сзади снова стою и бегаю. Вся моя роль. А ВКонтакте была группа для актеров. Я выложил свою фотографию, и мне в течение дня прям позвонили, сказали, что вот у вас борода хорошая, мы берем. Из настоящей бороды. Из настоящей бороды. Борода натуральная, можно подергать. Да. Всем остальным наклеили, а у меня своя, моя индивидуальность. Гомз. Наша. Вон ходят люди. Вот сюда смотреть. Ага. В линзу, да? Да. Я хотел играть роль охранника. Они там все-таки с усами клевые. У меня слоя, меня не взяли. Я не знаю почему, а у всех там приклеены усики. Я сижу на этом самом месте уже с 8 утра, практически 12 часов. Снялся в одной сцене. Просто мы одну сцену снимали полдня. Потом перерыв на обед, туда и сюда. Сейчас снимаем вторую сцену. По окончании экскурсии, возможно, высадка на противоположной стороне. Костюмы нам выдали костюмеры.
за угол. Ребят, быстрее, поактивнее, разгоняем всех. Закрываем за углом, за церковью. Давай. Сам спрячемся, сам быстро бегом прячемся. Давай. Thank you.